Во святей блаженней Матери нашей Ксении, с умилением сердец помолимся. Святая блаженная Мать Ксения, моли Бога о нас. О святая всеблаженная Мать Ксения, под покровом Всевышнего, жившая, ведомая и укрепляемая Богоматерью, голод и жажду, холод и зной, поношение и гонение претерпевшая, дар прозорливости и чудотворение от Бога получила Иси, и под сенью всемогущего покоишися, ныне Святая Церковь, яко благоуханный цвет, прославляет Тя, предстоящий на месте Твоего погребения пред образом Твоим святым, яко живее тисущей с нами, молимся Ти, прими прошение наше, и принеси их ко престолу милосердного Отца Небесного, яко дерзновение к Нему имущее, и спроси притекающим Тебе вечное спасение на благое дела и начинание наше щедрое благословение от всяких бед и скорбей избавления. Предстань святыми Твоими молитвами пред всемилостивым Спасителем нашим, о нас недостойных и грешных. Помози, Святая Блаженная Мать Ксения, младенца светом святаго крещения озарите, и печать удара Духа Святаго запечатлете, отроки отроковицы в вере честности и богобоязненности воспитати, и успехи в учении даровати, болящие недугущие исцели, семейным любовь и согласие не спасли, монашествующих подвигом добрым подвязатися удостой, и от поношения гради, пастыри в крепости Духа Святаго утверди, народ и страну нашу в мире и безмятежии сохрани, о лишенных в предсмертный час причащение святых Христовых тайну моли, Ты наша надежда и упование, скорое услышание и избавление, Тебе благодарение воссылаем, и с Тобою славим Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.